Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим в красивом, прекрасном лесу вот с такими замечательными цветами, о фиалочках, да? И вообще о любых растениях, которые вы покупаете и которые, в принципе, приезжают к вам в дом как новенькие, долгожданные какие-то новиночки, новые красотулечки. Вы хотите их сразу же, такие новые лапочки, поставить к себе на самое почетное место, как у меня одна моя знакомая говорила. Подходить к ним только с мытыми руками. И хочется их вот так вот возле них попрыгать, побегать, покрутиться, потому что это же новое, интересное и дорого заплаченное, да, или недорого, неважно. Но это что-то новое, интересное, и хочется радоваться, еще раз радоваться тому, что у нас что-то новое появилось. Но всегда есть но. Всегда есть риск. Вот я сейчас выйду в тень немножко, уже так солнце лепит, вообще кадр такой страшный. Но ничего, мы работаем в походных лесных условиях. Итак, ребята, любое растение, которое приезжает к вам в дом новое, нужно селить на карантин минимум месяц. Вдали от других ваших растений. Вообще вот там, понимаете? В другой комнате, на другом подоконнике от ваших красивых, ухоженных, новых, вот не новых, а старых растений, которые у вас уже растут. Потому что есть риски, всегда есть риски получить вместе с растением какую-то болячку. Это закон такой, понимаете? Любого коллекционера спросите. Вам любой коллекционер скажет: только карантин, только сразу обработка, не ждать, пока это все вылезет. Вот я сейчас собираю коллекцию, у меня уже насобиралось больше 300 сортов. И все-таки ко мне приехала зараза. Сейчас я скажу: о боже, Юль, зараза, там нельзя мне ничего заказывать, покупать. Я ж человек опытный, понимаете? Я себя поблагодарила за то, что я все сразу в одну кучу не согнала. Я покупала цветущее растение, и у меня приехал трипс. Но это не такое вот слишком заразная хрень. Намного хуже мучнистый червец. Там есть девочки, пишут, что они вообще от него никак не могут избавиться. Вот, но... я могу вам сказать, что в любом случае растения нужно ставить на карантин. Нужно сразу проливать химикатами, просто сразу. Вот оно к вам приехало, вы сразу же бух туда октары, это от летающих. Сразу протравку от клеща, не жалея просто. Потому что реально вот... ой, как вам так вот рассказать, что сложно бороться уже с тем, что уже разрослось, разбуялось, вот просто расцвело, да? Вот очень сложно. Намного проще, когда вы взяли, сразу приехали, не дожидаясь, когда это все вылезет, разлезется по всей вашей квартире. Сразу бух-бух-бух, пролили, залили, замотали, поставили в теплички, поставили на карантин, изолировали от своих растений. Вот как изолировать, да, я говорю, вот изолировать, вы скажете: у меня, блин, два подоконника, мне некуда ставить. Да просто в пакет поставили и все. Полностью замотали снизу, сверху, если большое растение, большой пакет, снизу горшком прижали, и все, он у вас там сидит и ждет. Пока это все пройдет. Потому что потом это все выводить со своей коллекции, это очень сложно. Тем более, если вы покупаете летом, когда это все летает. Понятное дело, что и у вас может летать, а вы не видели, только на покупном увидели. Такое бывает. Да, когда оно уже заселилось с ваших на покупное, а вы такие: а, это ты, гад, не привез сюда. Тем более, я вас прошу, реально, именно те растения, которые вы покупаете в магазинах. Потому что именно вот эти голландские, особенно орхидеи, там мучнистый червец, он просто
живет толпами. У них это как норма жизни, этот мучнистый червец. И то же самое касается суккулентов, потому что они вот в пазухах там любят жить. И реально там просто нужно вот эти все орхидеи все прям с комом замачивать в октаре, разводить, чтобы этот мучнистый червец убивать там 3-4 методами. Кстати, о мучнистом червеце я сниму отдельное видео и расскажу, как с ним бороться. Вот, есть опыт, положительный опыт выведения его из коллекции. Итак, ребятушки, значит, вернемся к нашим основным ключевым моментам. Новое растение в доме равно карантин и обработка, плюс обработка от вредителей сразу же. Я люблю заказывать, знаете, вот так вот, я подбираю момент, когда мне нужно обрабатывать всю мою коллекцию, так, от вредителей, а фиалки надо обрабатывать, как помидоры, как огурцы, как все от вредителей, потому что много их кушают, так, и любые другие растения, стрептокарпусы, и бегонии, все надо брызгать, если вы хотите качественное растение, которое красиво и классно цветет. И вот, я подбираю так, я делаю заказ. Мне заказ приезжает, и я начинаю все травить. Трехкратная обработка от клеща. Так, через 3 дня, если жара, если не жара, через неделю. И точно так же проливаю октарой. Именно торф мокрый, чтобы, допустим, именно покупные растения от мучнистого червеца перестраховаться. И делаю вот такие вот обработки 3 раза. Именно от клеща, это очень помогает, если вижу, что детки приехали там закрученные, приболевшие. Я давлю 4-й раз, вот это вот все выдерживаю, и все, у меня моя коллекция чистая, и приезжие покупные тоже чистые. Но покупные все равно у меня стоят на карантине, в другом месте. Поэтому новое растение всегда, всегда, еще раз всегда, только через карантин, только через протравку, пускать к себе в общую вашу коллекцию, к вашим девочкам. Вот через 2 месяца, когда вы увидите, что уже все окей, растения растут, ничего с ним не случается, можно впускать в свою комнату, в свою жизнь, на свои лучшие подоконники то, что вы купили где-то в интернете, на выставке, в магазины и так далее. На этом все, дорогие мои. Пишите в комментариях, прошу вас, как вы обрабатываете, делаете ли вы карантинные мероприятия, что вы делаете с покупными растениями, что ваш опыт поможет другим не наломать дров. К примеру, человек вообще не знает, что такое карантин. Он пришел в Ашан, увидел орхидею, схватанул ее за шкирку, притащил домой и поставил толпу своих 20 орхидей, еще одну красивую цветущую. А потом такое, а там вот это все разрослось, расползлось. Поэтому интересно еще ваш опыт, как вы боролись, как вы боретесь, делаете ли вы карантин. И заражались ли вы с магазина или с другой коллекции чем-то таким неприятным. На этом все, хорошего вам дня, прекрасного настроения, до новых встреч, пока-пока!